Друзья, бодрый день, с вами Рюкзак с Рюкзаками, и мы смотрим сплав Бастион на 90 литров. Значит, модель выполнена с твердым каркасом. Здесь, как и полагается, по 3, не по 2, а по 3 стропы. Раз, два, три. И двойной карман, и здесь карман для бутылок с любимым чаем. Сверху здесь сделали Supreme. Просто, наверное, хотелось клапан, стандартная история. И вот, посмотрите, что это за спинка. Выполнена по дизайну круто. Верхняя регулировка клапана по росту. Загрузил я не полностью. Вот так круто. Наверное, нельзя так снимать. Здесь есть, и здесь есть регулировка тоже строп. Поясничная подушка правильной площади, прямо на крестец садится. Грудная стяжка. Анатомически правильные формы с каркасом лямки, чтобы правильно снижать нагрузку. Но я хочу сказать, что поясной ремень больше всего снижает нагрузку. И здесь еще есть вот ручка, и там вторая ручка. И еще можно так расстегнуть и кучу вещей достать отсюда. Ну, дальше не буду. Значит, защелка здесь, защелка здесь. Я всегда думаю, делают ли в клапане карман для аптечки, и здесь они сделали, это большой плюс. Значит, здесь такая вот стяжка, вот так вот снимаете, и здесь еще вот столько места, вы посмотрите, сколько места. В общем, все любители сплава советую приобретению модель в сплаве. Ценники уже ого-го, так что модель хорошая, надо брать.